Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 7. Ремонт переда. Можно подумать, что с машиной все в порядке, но это не так. Повреждения здесь. Сейчас разберу и будет видно лучше. Вот оно. Итак, начинаю ремонт. Первым делом я вытягиваю поврежденные места. Вытянул. Теперь удаляю поврежденный металл. И потом я поменяю кусок вот этой детальки. Чудненько. Теперь подровняю колесную арку. С этим местом я закончил. Теперь проверяю высоту лонжеронов. Левый лонжерон немного выше. Опускаю его. Теперь ровненько. Заканчиваю ремонт левой стороны. We'll be right back.
Сварочные работы закончены. Крашу сделанную часть. Крашеную часть обрабатываю антикором. Теперь отравняю небольшую вмятину на крыше. Для ремонта буду использовать поттер. Итак, работы с металлом закончены. Установил капот и крылья. Отдаю машину на покраску. Через 8 дней машина вернулась ко мне покрашенной. Собираю ее. Итак, ремонт этой машины закончен. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!